стиральной машиной нужно обращаться осторожно. Знаете, что будет, если в ней постирать одновременно красную и белую майки? Белая майка почти наверняка покраснеет. Нет, не от стыда. Просто красная майка поделится с ней краской. Перед стиркой одежды не забывайте вынимать вещи из кармана. Камешки, заколки, гвоздики могут испортить не только одежду, но и стиральную машину. Да что гвоздики? Бывает, в стиральную машину попадают плееры и сотовые телефоны. После стирки они, конечно, становятся чище, но работать почему-то отказываются. И еще, не надо мыть в стиральной машине домашних животных. Им это точно не понравится.